мои маланки, а точнее уже не маланки. Так вот, потому что нас уже с вами 5 миллионов, чтобы вы понимали. Я сейчас это говорю, если честно, мне не верится, потому что я шла к этому очень долго, наверное, около 7 лет. Я долгое время думала, как вас отблагодарить за такое огромное число, как вам доказать мою любовь, даже можно сказать так. Я должна была прыгнуть с парашютом, но у меня было одно условие. Если наберется 5 миллионов на моем канале, тогда я это сделаю. Так вот, наконец-таки этот день настал. Мы это сделали в конце августа, потому что это был последний день, когда это можно было сделать в хороших погодных условиях. Но перед тем, как вы его посмотрите, также сказать, если вы впервые на моем канале, прямо сейчас переходить и быть 5 миллионным 203 подписчиком на моем канале и нажимать красную кнопочку вот там внизу, присоединяться к нашей большой семье, где я делаю вот такие невероятные, тупые, странные вещи в честь 5 миллионов. Ладно, друзья, я вас всех очень сильно люблю. Начинаем. Прыгаем, скажи. Мам. Скажи, что ты не одна прыгала. Трусиха. Там все расскажут. Смотри. Все, 2 часа на машине, и мы на месте, мы приехали в Коломну, до САФ России, школа мужества и патриотизма, до свидания просто. Два варианта, говорит, сначала, говорит, пристегивают и выталкивают, а есть, говорит, сначала выталкивают, а потом пристегивают. Нам вот подпишемся. Очень смешно. Третья страница завещания. Я больше не имею вопросов, я полностью готов к прыжкам. Чего-то я не уверена. Ты видишь вообще, что подписываешь? Вот гибелью. Ты подписала. Я признаю, что парашютный спорт связан с риском получения травмы, даже гибелью. После гибели. Такая на лайсе, ха-ха, мы прыгаем с парашюта, все дела. Я вот когда сяду в самолет, у меня начнется что-то, какое-то понимание, что что-то идет не так. Сегодня со мной за компанию согласились прыгать 2 молодых человека, потому что, извините, пожалуйста, но одно это делать слишком-слишком страшно. Ощущение, что на мне парашют. Я готова уже, знаете, просто уже входить в сам самолет. У меня реально чувство, когда мы в космос собираемся лететь в какой-то. Это мы с вами будем летать? Сначала ходить, потом летать. А тебя заставили, да? Честно? Да, мои подписчики. Нет, не прощай. Ну что ж такое? А нас должны приучить, нет, так прыгать? Нет. Что, ты готова? Нет. Ну все равно, давай, удачи тебе. До встречи. Пока. Так волнительно, когда ребенок прыгает с парашютом. Ну, главное, чтобы она была уверена в себе. Мне кажется, это классный эксперимент и опыт. 15 лет лететь. А сейчас находится уже в самолете, на самом деле смешанные чувства. Так все быстро происходит. Я думала, что мы постоим, подождем, мы еще все, я не знаю, там не знаю. Интересно, что они чувствуют.
Катя, привет! Круто? Да, у меня слезы просто. Молодец. Тебе понравилось? Да. Ну что, еще разочек? Нет. Пошли. У тебя 5 миллионов подписчиков, можно 5 миллионов раз прыгнуть. От счастья или от страха? Не знаю. Катя, пока. Ты что, ребенок? Мне просто классно. Так холодно. Спасибо вам за то, что вы толкаете меня на такие поступки, дарите мне такие эмоции, потому что вы у меня самый-самый лучший. Я все. Подписывайтесь на мой канал, ставьте палец вверх. Нет, это нереально на самом деле ощущение, потому что ты когда встаешь на самый вот этот край, и ты видишь все небо и облака под тобой, я не ощущала, что это реально, что это какая-то игра, что я в каком-то фильме, я не знаю, потому что вообще не верится. Ты летишь, уши закладывает, тяжело дышать, очень холодно, ты вообще не понимаешь, что происходит, потому что это свободное падение, но очень страшно, но очень классно и правда. Я все время до того, как мы сели и взлетели в самолет, я не понимала, что я прыгаю. Я вот вам честно скажу, я не понимала, что сейчас произойдет. А когда нам говорят, ну все, сейчас встаем, выходим, я в тот момент начинаю понимать. Но у меня, конечно, была паника какая-то в голове, потому что я прям начинаю представлять, что вот сейчас это все произойдет. Не то, что я представляю какие-то несчастные случаи, наоборот, я об этом не думала, но просто представляю, что это действительно открытое небо, я туда сейчас прыгну и все. Но зато у меня был очень классный инструктор, который весь полет мне говорил, все хорошо, все будет хорошо, правда, не волнуйся, я с тобой, я с тобой. Самое, это вот этот момент, когда... И ты просто летишь. У меня, я не знаю, у меня был ступор. Я правда не понимала, что это по-настоящему. Не пугай людей. А вообще, да, мне понравилось. Пришли забирать наш видео. Ну что, там красиво получилось или нет? Ты? Да. Не знаю. Не заснял? Удалилось все? Блин, ну не судьба, кажется. Можно я не буду это смотреть? О моих эмоциях, ребят. Ой, Катя, красивая какая. Ну, мам, вот китайцы полетели. Нормально. Такая, чисто на лайте. Я говорю, у меня с детства была мечта потрогать облака, вы знаете? Вы осуществляете детские мечты. Класс. Нет, это 5 миллионов, все классно. Лайк, подпишись на канал. Мои хорошие, мои маленькие. Просто, честно говоря, когда я несколько месяцев назад в видео сказала о том, что ну вот, наберете 5 миллионов, я думала, что это будет совсем не скоро и как-то даже забила. И не думала об этом, а... Когда оставалось буквально уже 100 тысяч, я начала представлять у себя в голове о том, что действительно уже совсем скоро мне придется прыгать с парашютом все-таки. Это невероятные эмоции, как вы уже могли заметить и видеть. Это что-то нереальное. Это холод, страх, радость, эмоции, куча-куча всего. Поэтому в любом случае хотела вам сказать огромное спасибо. До прыжка я на вас обижалась, потому что вы набрали 5 миллионов, как бы это смешно бы не звучало, но после я вам говорю огромное спасибо, потому что если бы не вы, я честно вам скажу, я бы никогда в жизни на это не решилась. Поэтому спасибо за то, что вы даете мне такой опыт, дарите такие эмоции. Самые лучшие. Правда, не верится. Просто решайтесь на такие безбашенные поступки. И вообще, цените жизнь. Я вот прям как села в этот самолет, я поняла, что ее надо ценить. Вообще, весь этот момент, когда ты выпрыгиваешь, когда ты летишь, все, что я сейчас чувствую внутри, потому что буквально 20 минут назад я все еще была в воздухе, чтобы вы понимали. Я вас их очень сильно люблю. Не забывайте подписываться на мой канал, опять же, ставить пальцы вверх. Я делаю все-все ради вас, поэтому надеюсь, что вы будете ценить, любить, продолжать подписываться и так далее. Вы у меня самые лучшие. Ну вот и все, друзья. На этом заканчивается это безбашенное видео. Наверное, самое сумасшедшее на моем канале. Я
Еще раз хочу поблагодарить каждого человечка из этих 5 миллионов за то, что вы со мной, за то, что вы подписываетесь, потому что для меня это действительно не просто какие-то подписки и комментарии, а ваше влияние на мою жизнь я вижу в действительности, в своей реальной жизни. То, что если бы не вы, никакого бы парашюта, никакого бы самолета, с которого я прыгнула, человеком, которого я видела первый раз в жизни, никогда бы не было. Ну вот и все. Это было все, и всем пока-пока! Ради каждого из них мечтать!